36. Квадрат расписали? Да. Расписали. Поэтому... Пишем тему. Числовые кружали. Числовые кружали. То есть не скрижали, да? Скрижали это ножок. Кидал бы. Окружали это то, что будем говорить, в круговой форме записывали. Вокруг. Но иногда круговую форму использовали при заполнении квадрата. Поясните, да? То есть сейчас, вот в данный момент, ну это можно сказать, начиная с петровских времен, существует три вида кружали. Это сафирные кружали. Сафирные кружали. Сафирные кружали. Буквенные или еще называют буквеничные, то есть по-разному. Буквенные кружали. И числительные кружали. Так, сейчас я каждому дам, а это потом мы все разберем на доске. То есть вот вы видите, кружали, сюда посмотрите. То есть идут кефирные, где современные, потом идут буквенные кружали, где в том же порядке записаны буквицы. Понятно, да? А ниже идет числительное кружали, где вместо цифр записаны буквицей числительное выражение. Выяснили, да? Сейчас мы это все распишем на доске и разберем построение. То есть 3 на 3 мы уже записали, да, жюри? Разобрали. Буквицу просто, когда мы записывали, помните, квадрат 7 на 7 заполняли подряд все 49 буквицы. Тоже. Но сейчас мы разберем другой. Вот вы себе рисуете 5 на 5 в квадрате. То есть, почему кружали?
Когда ребенок, либо прижав руки, либо раскинув, вращается вокруг своей оси, как мы говорим, что делает ребенок? Кружится. Когда вы сидите, и у вас ощущение, весь мир вокруг вас, что делает? Кружится. И заметьте, как движется энергия, в частности. То есть мы разбирали вот такое вот, то есть круговое, но не ровно по кругу, она вибрирует, то есть вибрирующая система. Поэтому отсюда и как бы взято образное сравнение кружали. Ну, для начала с эфирной, чтобы было понятно. Начало всегда отсюда. То есть в шахматы кто играл, да, буквой Г. То есть и заметьте, здесь движение. Движение идет вот такие. То есть как мы все разбирали. Понятно, да? Сюда. То есть уяснили, да? Поэтому один, два, вот здесь будет три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И заметьте, здесь у нас занято. Можно поставить здесь, но мы должны сначала пройти по краю, поэтому девять будет здесь. Там же движение здесь и здесь. Один на десятку. Един на десятку здесь. Два на десятку здесь. Три на десятку. Четыре на десятку. Сюда перешли. Пять на десятку. Шесть на десятку. Семь на десятку. Восемь на десятку. 9 на 10, будущее. 21, 22, 23, 24 и закончили с центром 25. То есть вот у нас полностью квадрат заполнен. Но мы его заполнили вот этими теми вибрационными потоками, кружалями. Так что у нас квадрат получился полный. То есть то же самое, в таком же порядке, это у нас эфирная, потому что мы эфири использовали, также заполняется буквицей. Но букву здесь мы пишем подряд. То есть как бы половина. У нас же 49. Как предание говорится, 49 звуков или буквиц, которые вышли из единого начала, то есть божественного, то есть 50-го, 50 полсотни пополам, у нас и будет 25. Вот мы их такую половину записываем. Да? То есть теперь я все меняю. Вот
получается, буквы написали, что жаль, они не имеют запорожцев. Нет, нет. Здесь просто буквы. А числительное, это мы уже потом запишем. То есть вот числительные и эффективные, они по структуре совпадают. Поэтому у нас, заметьте, как мы ставим, аж, боги, деле, глаголе, добро. Понятно, да? Дальше. Есть. Есть. После этого у нас что? Живот. После живота у нас дело. Дальше идет земля. Потом он идет ниже. Ниже. Далее у нас есть. После пойдет какого люди мыслите, да, моно покой ресы. Снова два поставили, УК, и закончили ОУК. Вот мы заполнили. Резервы все захотели? Хотя я еще на первом уроке сказал на арифметику, чтобы брать конспекты по древней русской. А теперь заметьте. Ух, у нас что означает? Помните? Смотрите, аз. А потом ук. Аз. Утешится, что община наша жизнь, то есть бытием. Образ. Так. Есть у нас что? Всегда означало вот он тут и нет, и этого нет, и этого нет, и этого нет. Thank you.
Да, не больше. И хорошая, и прекрасная. Вижу ли образ мироздания, да, есть. То есть мироздание он живет по утверждению свыше. Следующее. Видно, да? Структура. Весьма божественное устроение. Бытует мудростью, то есть, как бы сказали, то, что установили боги, помогает жить в мудрости. Божественные устои бытуют мудростью. Но есть в бытие. Да. Покой, как глагол истинного слова. То есть, когда у тебя на душе будет спокойно, то есть не как сейчас говорят, спокойно, а покойно будет только тогда, когда ты глаголишь истинное слово. То есть мы просто, понятно? Ну когда ты будем говорить? Только тогда истинное слово. Нет, ну это у нас общая форма. А дальше. Настоят веды, да? Веды. Ведающие земное рекет людям доброе. То есть, когда человек познает мудрость жизни на земле, он тогда рекет людям добро, то есть доброе. То есть видите, как мы помним. Пока я только это закончил. А теперь смотрите. Так, созидая,
На покой ведаю. То есть, что такое покой? Можно узнать только после созидания. То есть, если ты потрудился, и уже после трудов праведных, уже можно изведать, что такое настоящий покой. Пук у нас, пук означает взаимосвязь, в первую очередь, с чем-либо, помнишь, да, что это завели? Конечно. А вот и смотри, утешение, соединение, да, то есть, помнишь, есть рост, а что приближен к росту, вот у роста. Они юро. Понял, да, что разбавлено? Так вот, приближение он к божественному, как к земному. То есть любое, все, что ты делаешь, как бы, пытаясь приблизиться к божественному, тебя же одновременно приближает к чему? К земному. Отсюда и фраза. Наверное, помните, разбирали молитву Отче наш христианскую, да? Отче наш священный небесен, да будет воля твоя, и на земле, как на небесе, да? То есть божественное небеса. То есть, когда человек стремится к божественному, он все равно сталкивается с земным. А когда стремится к земному чему-то, рано или поздно сталкивается с божественным. Дальше. Нити, живот, паук, глагол, рецепт. Нить, это у нас община, общинная жизнь. Паук, это устой, то есть, как бы, незыблемо. Общинная жизнь определена, будем говорить, глаголом, которым речу, да? То есть, как бы общинная жизнь определена, то, что передается из поколения в поколение. Глагол речи, то есть передавать из поколения в поколение. То есть, грубо говоря, мягко выражаясь, общинная жизнь построена на передаче из поколения в поколение. То есть понятно, что я здесь пишу, заметьте, я записал как буквы. Но не простаивал над каждой числительной формы. А значит, мы здесь что? Мы соединяем образ. Дальше.
четвертого. Четвертого. Нами. Он наше творение жизни, то есть все, что нами творится в бытие. Ну, можно, но здесь нету мысли. Есть понятие, когда... Вот, смотрите. Есть выражение. Мы разбили шведов под Полтавой. Выражение. Но когда мы говорим, мы уже понимаем, что это наше предки, правильно? Но мы говорим, мы разбили. То есть мы это понимаем, наши предки. Мы тебя не отрываем от наших предков. Поэтому здесь... Нами утвержденное бытие, то есть все, что создано в бытие, и есть людское, то есть не божественное, не природное, а именно людское, то есть людьми созданное. Или бытие как жизнь сотворенная, то, что творим в жизни, и есть люди. То есть как бы создаем, ну, в одной структуре. Создаем себе подобных. Форма бытия, а есть это у нас что? Что означает
союзную форму, объединяющую. Помните, да? Допустим, война и мир как бы объединили. Щит и меч, да? Словеса помним, то есть оно объединяет, оно собирает воедино. Поэтому аз, он и устой собирают, и это что? Добро создает. То есть каждый, как бы мы это переделали в современную форму, каждый собирает знания своего родового устоя, то есть своего устоя образа жизни, чтобы потом передать это из поколения в поколение. Аз он и устой. Плоско понятно, да? А теперь другая диагональ. Ведаю, как устой творит бытие. А у нас обычные евреи, у нас же чтение-то слева направо, это у них справа налево. Ведаю, как устой творит бытие. Но бытие какое? Наше существование. Не в смысле просто жизни. Вот, просто жизни. А здесь наше существование. То есть, ведаю, как устой творит наше существование. То есть, аз есть. Я существую. Думаете, на этом все? Ничего подобного. Смотрим. Покой божественный, Божья жизнь наша. То есть, спокойная будет только жизнь наша, когда жизнь связана с богами. Покой Божья живот наш. То есть, как бы, наша жизнь, боги охраняют, делают спокойно. Что, не накладывается? Вот оно. Дело оное велико. То есть дело оное и нить. То есть ведьма, оное, то есть определение она, а здесь община. То есть над всем идет как бы дело, это у нас преобладание свет ведьма. То есть над всем всегда стоит община. Это понятно, да? То есть не единоличное как бы процветание. Не единоличное. А именно общинная форма. А для этого что? Заметьте. Мы ведаем, как это бытие, что жизнь божественная, что преобладает община, что объединяет все хорошее в ком? А, в нас.
То есть вот эта божественная община все объединили в ком? В себе. Я. Объясняю. Диагональ ушла вверх. То есть, смотри. Ведаем, какого пустой творимый вечен. Да? То есть, ведаем, как пустой жизни сотворенный создает нас. При этом покой, то есть спокойная божественная жизнь наша, только когда форма общинная, то есть община преобладает, и что это у нас? Гарно, да? Гешн. А Гешн, мироздание соединяется с нами, и это все воплощается в ком? В нас. Но разве за этим все закончилось? Это мы видим, как общинная форма жизни, где боги наши, предки наши, в результате чего получается кто? Получаемся мы. Вот, у нас ушло. Эта структура вот сюда. То есть общинная жизнь, то есть божественная, согласно определенных условиях, в результате получаемся мы. Но заметьте, каждый конкретный человек производит то, каждый из нас. Но, ведая, как устой творит нас, вот, устотворяемся, да, мы также, что земное глаголим глагол бытие, а здесь божественное. То есть земной глагол рассказывает о чем? О бытие божественном. То есть, как бы сказали, земное слово, то, что сохранили, оно рассказывает о жизни последующей. Здесь, как появились смыслы, изначально отходы, мы сели, да? А здесь всегда глаголит не божественно. И речем истина мудрость. Речем истину мудрость. И она обращается во что? В люди слова, да? А слово – это движение, это поток. То есть люди слова. А в результате чего получается что? Добро получилось. То есть его зависит. Веды, как мудрость, веды, как мудрость, и сотворенность, как мудрость, то есть существование, то есть мудрое, порождает кого? Асов, богов, живущих на земле, и порождает жизнь добрую, последующую. Веды, а веды это у нас мудрость, да? Дети. Это сотворенная высшая форма. То есть, как мы говорим, человек мыслящий во времени. Они порождают и Аса, Бога, живущего на земле. И они также порождают добро. Это мы еще только первую часть прелюдии разбираем. На следующих уроках вот там дальше будем.
Потому что мы только записали половину букв. А? 24 по кругу, в общем, квадрат. То есть, а теперь просто проведите параллель сюда. 24 руны, а 25 пустая. То есть, как бы, лик, судьба, то, что мы сами можем получать. Но при этом это божественно. Там будет также записано 24, 25 пустой. Но это уже будет продолжение. То есть, мы проявили себя, мы проявили, что мир добрый и дает нам возможность развиваться. То есть, как бы, первая половина нашей жизни, нашего бытия, нашего существования. А вторую, надо уйти пробовать. Мы уже будем разбирать, ну, примерно тем же образом. Но вы уже можете даже сами дома в той же структуре делать. Но, заметьте, я вам рассказал только об одном. Но у нас же осталось еще сложно. Соприкасаясь с жизнью, да? Бытие у нас слово. А слово поток. Даже там сахар сверху. Соприкасаясь с жизнью, бытие продолжается. А? Ну идет, да, потоком продолжает. При этом община утверждает мудрость. Видно, да? Община утверждает мудрость. Община и нить твердо мысли. Община утверждает мудрость. Не просто мудрость, а нашу божественную, которая дает что? Жизнь совершенную, то есть есть. Прикасаясь жизнью, бытие может создать, развивается, продолжается. То есть, здесь не обязательно привязывать к конкретному слову. Здесь главное передать образ. Разобрались, да? Вот-вот, мы только установили. Бытие, ой, община утверждает мудрость. Нашу божественную, которая дает, что есть существование. Понятно, да? А когда мы идем в дереве таким же образом, вот сначала посмотрите сюда. Вот так. Дерево. Важно, да? Хорошо, боги глаголили людям. Весьма, а какое, это поясняли речь свою, покой земной ведали. То есть не только люди тут участвовали, общины, но и боги хорошие, то есть наши добрые светлые, глаголили людям, рассказывали, как надо жить. А что такое рассказывать, что значит? Они оставляли свои заповеди, наставления, веды и прочее, санти, харати. Здесь можно вот такую создать вибрационную. От первой, то есть вот мы прошли
видите, у нас здесь что? Линия. Мы возвращаемся куда? А вот сюда. Прошли вот это. Вернулись. Прошли следующее. Еще раз сюда. И вернулись. Вот сюда. То есть понятно сами потоки, как мы делаем, да? Хорошо боги глаголили людям. Весьма поясняли речь, как покой земной ведать. Ну каков? Как покой земной ведать, то есть знать. То есть, но здесь там у нас вот начинается. То есть вот у нас как. Первая прошла, и вот она пошла форма вот сюда. И же это. Точно так же мы и разбирали и эту форму. Так же и ту. Это у нас ушло вот сюда. Это ушло сюда. Сюда и вышло сюда. То есть, что мы видим, где же вибрационные потоки? И главное, и так диагонально, и так диагонально. И информация еще покрыта и горизонтально, и вертикально. Я только сейчас два потока нарисовал. Но перед этим мы точно так же, вот, перед этим же точно так же расписывали этот поток, каждый, и один, и второй. При этом наши предки не зря разделяли. То есть, допустим, 3 на 3, 5 на 3, я еще говорил, что в такой же форме 7 на 3. То есть, есть просто на первом уроке такие формы, квадраты, где они подряд записаны. А есть как крижаль, ну, кружаль, то есть, как она кружится. Я вам рисовал перед этим спираль, вот они вам спирали и вышли. То есть, кружатся, вот они. Закруживаются. И этот, и еще вот эти можно. Одну и вторую. Ну, у меня теми мелками сделаю, уже не видно будет на доске. И при этом они еще, если вы помните, вот мы, будь здоров, мы сейчас образы считали, а при этом-то, заметьте, вот, мы же еще разбирали, что у них еще вот, вот они вибрации. Помним, да? Вот они все. Все кружат. Я почему сразу не стал делать большую? Как на первом уроке. И у нас вся буквица, 7 на 7. Потому что она по чуть-чуть, по слегка. То есть сначала 3 на 3, то, что вот вы дома расписывали квадрат. То есть, чтобы знать, если у нас заполнен жерецкий квадрат, откуда берется понятие? Сила воли, да? Благосостояние, семейный уклад. То есть, откуда? А вот они из этих сочетаний образов они вырастают, но там же у нас и диагональ любовь к ближнему, и жизнь, отмеченная богами. Все оно как бы взаимосвязано между собой. Так.
вопрос, что, вот пока мы от него не отошли, что непонятно? Мне не надо, что пока мне надо. Все, что? А мы уже сделаем там видно. А? Вот мы не будем видно, как мы там сделаем. Да. Нет, сначала чтение идет. Как-то она опоздала. Чтение идет сначала вот так. Построчно, горизонтально. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Потом идет вертикаль. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Потом у нас пошли диагонали большие, то есть можно начать прямо отсюда. Вот это и вверх. Она же и вниз. Дальше ведаем, колко, устой, ждем. И пошли что? Покой божественной жизни нашей. Весьма, ведь община, которая определяет нормальную жизнь, появляемся мы. И точно так же отсюда мы переходим земным глаголом бытие высшее, да? Рекли истину мудрую. Люди, слово, это у нас поток превратилось, все в добро. Как же это? Так вот, конечно, мы не изменили. А? Почему? А он же у нас соединен. А Бога ведаю. То есть Бога ведаю глаголя добро. Глаголе добро есть жизнь. То есть, да. Какая-то как мы расставляли. Вот же. Вот поток. Сюда, 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 потом сюда. Поэтому вот эти вот образы, представьте, если бы я на первом курсе вам просто нарисовал квадрат 16, и вот эту сафирную кружаль нарисовал, а потом бы говорил, сочетание 1, 24, 13, 18, 7 означает что-то. Сочетание 14, 19, 8, 23, 12 означает что-то. Сочетание 9, 2, 25, 6, 17 означает что-то. Сразу же бы, какой был первый вопрос? А почему сочетание вот этих цифр дает то-то и то-то? Логично? А вот тут, изучав 2 года и перейдя на 3 год обучения, тут уже образы начали формироваться из букв, то есть разобрали их. Это я вам еще вкратце рассказал. Просто я думал, скажу, и это будет понятно. Я сказал, теперь на уроке хорийской арифметики брать с собой конспекты по тренировке. То есть упустили. Думали, что это только для первого урока. Нет. А вот, если бы вы взяли вот этот текст, был бы более обширный. Я просто красную информацию сказал. А вы дома можете сесть, открыть конспекты, все равно же образные значения. И вот эта картина, она будет гораздо больше. Это можно страдочку. Да, 48 листов и списать только, чтобы как бы общие понятия, общие образы данной кружали буквенной выкруги. А? Так, ну а предки так назвали. Вот кружали, выкруживает все. А ты как думал, а кто сказал, что будет легко?
комиссии мечты на лавочке лучше. Здесь образы, здесь думать надо. Так. Здесь понятно, да? Так, для чего? Попасть по ему? Если вопросика сейчас нет, сейчас небольшой. Перерыв. Потом продолжим. То есть у нас получится как бы не один перерыв большой, а два маленьких. Вы снимете, да? Сейчас небольшой перерыв.